утро всем, друзья. Сегодня погодка немножко подвела. Вот такое вот небо сегодня в тучах. Не очень солнечно, вернее, вообще не солнечно. И мы решили сегодня сходить сейчас в хамам. Такая вот погодка. Сейчас сходим на завтрак. Позавтракаем, потом пойдем в хамам греться. Так вот выглядит наш отельчик с утра сегодня. Вот девчонки с тест-тур, видимо, готовят встречу с туристами. Фонтанчик, который вы уже видели. Бассейнчик. С утра, кстати, сегодня купались в бассейне. Перед завтраком. Мацелончик такой. Хорошо. Так, сейчас подожду, где нам наши. Таня вообще вон оделась сегодня. Литровочку. Доброе утро. Пойдем завтракать, пойдем. Так, еще раз завтрак. Опять яйца на том же месте. Какая-то овсяная каша. Еще что-то. Булочки. Овощи вареные, пареные. Так, что? Теперь нарезка колбасы. Вот такая вот нарезочка. Сыр. Оливки, еще сыр, овощи и сладкий ассортимент, варенье, изюма, мед, йогурт и яблоки с фруктов. Различные фрукты. Это грейпфрут, пожалуйста, уже почищенный. Ну и супчик, конечно же. Какой-то супчик вот. Вот, в принципе, и весь завтрак. Мы идем в хамам. Он находится где-то внизу. Так, это спа отеля Самела Гарден. Так, куда же нам? Вот тут. Здесь свой. Здравствуйте. Добрый день. Вот так выглядит спа отеля. Да, раздевалки. А хамам у вас где? Можно снять? Да, конечно. Здесь у нас массаж, раздевалка, мужская, женская. Ага. Массажные комнаты у нас. Да, вот такие массажные комнаты. Здесь, правда, такой свет приглушенный. Здесь я делаю у нас пилинг, пенный массаж. Вот такой хамамчик. Если камера не запотела, то вот. Здесь у нас финская сауна. А свет? А так, вот такой, да, есть, такой, да? Свет. А, ну да, здесь приглушенный свет такой тоже. А хамам? Да, довольно большая парилочка. Классно. Хамам,
Да. Здесь у нас душ, туалет. Вот такая душевая кабинка. И туалет. Все, вот такой вот, в принципе. А вон здесь у нас. Вот это и есть. Позавчера. Позавчера. А не желаете турецкую баню посетить? Сейчас подумаем. Сейчас мы это самое будем решать. Так, в общем, все есть. Тут также можно приобрести. Можно для нагара, защита. Да. Помада лица есть. Mm-hmm. Вот, это... Можно выпить чаек, кофеек. Да, это у нас после массажа, если у нас чай. Чай дают, турецкий чай, гранатовый, яблочный чай. Mm-hmm. Сами откуда? Харьков. Украина. Украина, да. Вы у нас надолго? Да, еще. Где здесь? Ну, так вот, друзья, все выглядит. Сейчас будем пробовать где-то попариться. Да, да. Вот такой у нас сегодня день у бассейна. Денек прохладный, побыли в хамаме, попарились в сауне. И теперь решили поваляться здесь. Вот главные мерзляки. Кирилл. Возле бассейна никого, одни мы. Вот еще девушка, все. Все сидят по номерам, наверное, или не знаю, где все прячутся. Никого, короче. Она все устраивает, хорошо. Смотрите, какой вид, кстати, гора какая красивая вот напротив. Со льдом. А мне пиво. У нас тут сервис по полной программе. Мы, короче, не хотим никуда идти, посылают девчонок по напитке. Вот как-то так. Ну, друзья, видите, май нестабильная погода в Турции. Может быть прохладно, может быть жарко. Кому как повезет. Вот. Учитывая цену в этот период натуры, то можно на погоду закрывать глаза. Потому что сезон высокий, цены на порядок выше получаются. Выйдя с отеля Шумела Гарден, мы хотим прогуляться в сторону противоположную вчерашней. Мы вчера туда ходили, сегодня хотим пойти налево. Посмотреть, какие отели там находятся. В общем, по этой улице пройтись пару километров. Вон туда. Вот напротив есть такой отельчик. Как он называется? Не видно отсюда. А, Дасина. Вот это все ее территория. Отель довольно большой. Сейчас вам покажу ее территорию. Да, довольно большая территория, большой бассейн. А можно остаться? Хорошо, окей. Не разрешает охрана снимать, как обычно. Ну и ладно, не нужна им реклама. В отеле есть свой аквапарк небольшой. Слева находится, как-то называется он, не
видно здесь название, но я его показывал со стороны пляжа. Забыл название. А, Grand Ring. Видимо. А, справа Grand Ring. А это под черепичкой такое симпатичное здание. Не пойму, как он. То ли это тоже Grand Ring, то ли нет, но красивое здание. Это Imperial Premier. Красивый фасад. Классно тут. Да? Смотрите, какие апельсинки или мандаринки растут на деревьях. Imperial Premier. Так, справа опять какой-то отель Imperial. Сли. Не пойму, как он называется. А как называется отель? Imperial Sunland. А, Sunland. Resort Hotel. Отелем Imperial есть такой подход к морю. Вот видите, здесь такое оформление. Львы кругом, мраморные. Такие колонны. И подход. Вот так вот здесь все. Сейчас подойдем, посмотрим. Это ж тянется та же линия пляжа, которая и возле нашего отеля. Так вот можно выйти сюда, к морю, пирс. Волейбольчик играют люди. Вот сюда мы с вами вчера доходили, до этого пирса. Здесь он большой, но еще тоже не оборудован. Начало сезона, он еще полупустой. Так, пойдемте вернемся на улицу и пройдем дальше еще. Это здание, вернее, территория отеля Imperial. Вот так он выглядит. Но здесь еще как бы идет какая-то подготовка, по-моему. Как-то тут не сильно все вроде убрано. Ну, тем не менее, вот такой в стиле каком-то античном. Здесь статуи, львы. Такое все. И сам фасад здания интересно сделан. Такой помпезный. Газончик, правда, еще какой-то блеклый такой. Да, друзья, комплекс Imperial Sunland Resort огромный. Здесь масштабы отеля большие. Вот эта улица, по которой мы идем, она чисто вот отельная. Здесь есть, конечно, проезд, ну, все ездят, транспорт, все, но она не считается как бы такой вот главной магистралью. Главная магистраль находится в 100 метрах или метров сколько там, не знаю, 200, вот под горой. Вдоль горы идет главная магистраль, которая соединяет Анталию, Кемер, Гайнук, Кирова, все вот эти вот поселки главные. Вот Риос Бич. Отель. Ну такой небольшой тоже, такого типа как наш. Лякие кактусы круглые. Большие. А вон такие всякие фигуры. Вот какой-то муравей. Сделан из железа. Видите, какой? В таком стиле. Кактусы, как в Аргентине. Огромные.
Club Hotel Rama. Такой скромненький отельчик. Так, сейчас выйдем дальше к следующим отелям. В общем, можно сказать, это такой экскурс по отелям Бельдиби. Ну, вернее, не по отелям, а просто вот мы идем по улице, и вам показываем, какие отели находятся на этой улице. Зайти поснимать в отель, это нужно с администрацией согласовать. Как бы просто так нас никто туда не пускает. Охрана не разрешает. Здесь находится какой-то рыночек. Даже не рыночек, такой торговый центр небольшой. А это все продолжается, вот этот отель Рама. Видишь, он довольно-таки большая территория у него. Аптека, да. Ну, мы с собой взяли кучу лекарств, поэтому надеемся, что они пригодятся. Так, вот идет развилка, выход на автостраду, вот на главную магистраль, и дальше продолжается. Мы по этой дороге катались на великах, вот там в тупик она идет, то есть она заканчивается там дальше линия вот этих отелей. Не, мы на трассу не выезжали, мы вот так вот ехали вдоль-вдоль-вдоль, левее держались и все. Это давно было. Ну, мы еще покатаемся в этом году, просто хотим пока пешком пройти сколько можем, а потом мы, возможно, на велосипедах поедем и снимем еще. Что дальше? Какие здесь места? Смотрите, какое красивое дерево цветет. Интересные такие цветы на нем. Большие. Такой цветок, да? Ну, время весны, май, середина мая. Таня! Медики, видишь? Какой-то аппарат такой только что заносили. Скорая помощь их прижали. А, Гранд Парк. Кемер, да, вот как называется этот отель. Вот такие у него корпуса. Да. Вот как здесь площадка оборудована. Вернее, украшена такими пальмочками в горшочках. Вот фасад этого отеля. Холл. Центральный вход в отель. Можно попросить снять. Холл, может, разрешат. А может, не разрешат. Сейчас спросим. Сейчас с краю так снимем чуть-чуть ресепшн. Бар есть прямо здесь, в лобби. Вот такое вот лобби этого отеля. Смотрите, как оформлено, цветы живые. Не, мы просто все равно же как это? Ну, класс отеля, конечно, приличный. Здесь даже вот, смотрите, есть фрукты, шампанское, какая-то выпечка. Прямо здесь можно, вот клубника даже в шоколаде. Как говорится, по-богатому. Да, водичка вот есть. Классно. Люстра красиво. Вот так вот.
И он находится буквально в 50 метрах от автострады. О, отлично. Водичка, клубничка. Ха, прикольно. Давай. Я хочу. Блин, а там, по-моему, женщина увидела. Ладно. Мы же рекламу сделаем. За рекламу отелю взяли бутылку водички и клубничку в шоколадке. Да, вон та гора. Мы на нее поднимались, потом вниз спускались, и там уже слева будет море, и там где-то маки были. Это мы о том, друзья, что мы вспоминаем, когда мы здесь катались на великах в 15 году еще. Мы до сюда доезжали. Вот дальше дорога поднимается вверх, потом там спуск, и слева начинается просто дикий пляж. Как бы отели заканчиваются, линия отеля. Вот это вот этот отель, он крайний по этой линии. Ну, здесь уже такая, видите, местность дикая. Вот по дороге можем пройти дальше. Да, вот сюда мы доезжали на велосипедах. Здесь фотографировали. Таня, вот те маки, видишь, которые тогда росли, вот они и сейчас здесь растут. Девчонки фотосессию делают. Вот дикий пляж. Никого здесь нет. Он ничем не оборудован, никакими лежаками, зонтиками. Просто берег и все. Вот такой вот. Такая вот местность. Бельдиби. Да, красиво. А мы фоткотались возле этого дерева, помните? Приятно пройтись по тем местам, где уже был когда-то. Вот интересно. Ну, здесь как не было ничего на этом пляже. Ну, хотя он какие-то здесь... А, это просто этот отель свои такие бунгало, ну, шалашики эти ставят. А может даже они вот этот пляж и оборудуют себе под... Потому что завезли сюда кучу материала всего такого. Реклама на сосне. Шашлык из баранины или ресторан в саду по дороге в каньон. Ночью не... А, тут, кстати, есть какой-то каньон. Он находится где-то... Вот, где-то в горах. Нам еще в прошлый раз говорили... А, вот под этой сосной мы фоткались. Вот тут. Вот под этой сосной у нас есть фотографии. 4-летней давности. А здесь мы где-то спускались... К самому этому, к самой воде. Нет, это дальше было. Вон народ на великах катается, видишь? Дай воды, кстати, открой. Также мы брали велосипед, она будет взять. Спускались к воде и тоже фотографировались. Нам такая поляна в маках вся была. Смотрите, здесь красиво как. И вода чистая-чистая. Чище даже, чем возле отеля у нас, да? Смотри, вообще прозрачная. И тут какая-то волна такая, не такая. Это такая уже местность необжитая. Здесь в Бельдибе. Это получается между Бельдиби и Гайнюк. Поселок такой есть, он дальше туда по трассе. И между этими населенными пунктами вот такая вот дикая местность, как бы.
Ну, дорога есть сюда вот. Можно приезжать. Здесь же даже для мусора стоят мусорные баки, чтобы было куда выкинуть мусор. И все. Здесь можно приезжать, купаться. Свой такой прикол. Красиво. Сосна такая средиземноморская. Камни и море. Так, друзья, будем, наверное, возвращаться в отель. Скоро обед, пообедаем. А уже туда дальше отснимем вам потом на велосипедах. Возьмем велик, потому что идти еще далеко, наверное, туда можно. А возвращаться потом пешком долго. Потом на велосипедах покатаемся и вам покажем, что там дальше находится. Вообще классно, так искупаться хочется. Смотри, какая вода. Бомба. Вообще, волна такая маленькая. Видишь? Вообще спокойная, да. И вода какая-то, она более прозрачная здесь. У нас какая-то она такая как молочная. Она голубая, но она такая с молочным каким-то... Ну, тут даже баки стоят. И видишь, то есть все для того, чтобы... Ну, люди вот приехали на обед. В обеденное время посидеть у моря, выпить соку с печенюшкой. Вот так вот. И меню сразу стало разнообразным. Картошечка фри, рис и был, тушеный морковка с перцем. Вот еще такая вот картошка с какими-то котлетками, соусом, макарошки, соусы. Здесь, как всегда, овощи. Свежие овощи, перец острый, капуста. Ютуб. А, и здесь добавился еще вот этот ряд. А здесь, в принципе, одно и то же. Картошка фри с какими-то наггетсами куриными. И вот сладости теперь здесь находятся. Вот такая палитра. Пирожных, какого-то желе, выпечка, яблоки. Ну, с фруктами, конечно, да, скромно, даже я сказал бы чересчур. Ну, возможно, появится еще что-то. Людей добавляется и становится все больше и больше. Меню более разнообразное.